Ну вот, на огороде порядок, такие работы все садовые закончились, особые такие посадки. Решил деревом заняться, облагородить немножко навес. Вот сделал, показывал предыдущее видео. Из ламелей, ну или из реек вот этих сосновых. Просто вставил вот эти полудуги, 10% от диагонали прибавил. Получилось, что вставил. Одна треснула, была сучком. Ну ничего страшного. И пропитал льняным маслом. Когда масло питается, это все будет краситься. Ну, такой вид получился. Мне нравится, жене тоже. Вот такой он. Виноград прижился, нормально все. И пущу его на эти полудуги, как церковные купола. Вот такие, палисадничек такой. Покрашу, будет нормально. Всем добра, всем блага.